Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Ну что, дорогие друзья, как я уже сказал, на север пришла ночь. Вот, темно. Вот. Поэтому, что мы делаем, когда есть свободное время? Правильно. Берем ружье каюк, переодеваемся в гидрокостюм и идем в воду. Вот. Сегодня я приехал на лесное озеро глухое. Здесь как бы мало кто рыбу ловит. Вот. Водится здесь щука, окунь, кумжа, налим. Ну и какая-то еще рыба, там гальянчики и все остальное. Так что смотрим, все, что я увижу, то увидите и вы. Все, дорогие друзья, сейчас переодеваемся, одеваем ласты и идем в воду. Ну что, дорогие друзья, на озере, к сожалению, ничего не оказалось. Меня перевезли на реку. Вот. Но здесь уже как-то получше. Вот. Проплыв, наверное, метров 100, я сразу встретил щучку. Вот такую. Вот. Ну, наверное, в килограммчик. Может, чуть больше. Может, кило 200. Может, кило 100, не знаю. Ну, где-то так. Вот. Ну, я, честно говорю, долго думать не стал и снимать. Ее сразу же практически подстрелил. Вот. Потом встретил щуренка грамм, наверное, 500. Вот. Поиграл с ним, попытался поймать рукой. К сожалению, не поймал. Ну и встретил маленького налимчика и небольшую форель. И все. На этом пока все закончено. Сейчас меня перевезут еще на один участок реки. Посмотрим, что там будет. Все, дорогие друзья, я все-таки надеюсь на кумжу. Я сам удивлен, почему нету кумжи, ни форели. Видно, ушла на яму. Ладно, сейчас поедем и посмотрим еще в одном месте.
Ну что, дорогие друзья, закончилась моя сегодняшняя подводная охота. Я честно, я очень сильно старался, вот, чтобы порадовать не только вас, но и себя, в первую очередь, хорошей кумжей, выстрелом, вот, по кумже. Но я 3,5 часа провел в воде, поменял 6 мест. Кумжи я так и не видел. Вот такие маленькие кумжечки. Вот. Налимчики стали больше появляться, маленькие, но тоже 150 грамм, может 150 максимум. Вот. Но встретил я сегодня 2 щуки. Одна где-то с полкило, я ее стрелять не стал, я попытался половить ее руками. Ну и вот щучка больше килограмма. И все. Как говорится, придется переходить к своим секретным местам. Вот. Надеюсь, в следующий раз я уже поеду в свое суперсекретное место, оно у меня есть одно. Вот. Там я лет, наверное, 7 уже без рыбы не оставался. Ну, посмотрим, что будет. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока.